Педагогический стаж Валентины Симоновны впечатляет. Более 20 лет она работала воспитателем и 20 лет логопедом. За это время знания психологии, особенностей малышей накопилось немало. Работа моя заключается в том, чтобы в первую очередь осуществлять коррекцию речи у детей. Вот есть дети совсем не говорящие, чтобы их научить говорить правильно. Ну и параллельно, естественно, решаются другие образовательные задачи и воспитательные, конечно. Валентина Жукова признается, что с детства мечтала работать с детьми, о выборе своей профессии никогда не жалела. К участию в конкурсе нужно было подготовить самоанализ своей работы, характеристики от руководства Валентины Симоновны. Ее работа по инклюзивному образованию учит мальчиков и девочек правильной речи, адаптироваться в обществе и в детском коллективе. Мы учим новые буквы, занимаемся с язычком. Конечно, все дети разные, у всех свои особенности, но Валентина Симоновна дает один важный совет всем родителям. Проводите время с детьми, читайте книги, рассматривайте иллюстрации. Чем позднее ребенок познакомится с гаджетами, тем лучше для его умственного и речевого развития. Евгения Шемякина, Антон Карев, новости провинции.